понедельник в Саратове пройдет эстафета паралимпийского огня. А сегодня в пресс-центре правительства прошла последняя пресс-конференция перед стартом. По задумке организаторов, зажжение факелов в каждом городе должно быть необычным. Где-то он загорается от молотой наковальни, где-то при помощи лучей и химических реагентов. А в нашем городе все произойдет от огненного танца. Подробности церемонии организаторы держат в тайне, зато с легкостью поделились списком факелоносцев. Среди них известные саратовские спортсмены, чемпионы паралимпийских игр и чемпионатов Европы и мира. Мы подавали заявление, бланки писали о том, что принять участие в таком спорте великом. Мне вот, можно сказать, как повезло, я не знаю, что я нес и олимпийский огонь, сейчас понесу и паралимпийский. Ну, для меня это гордость.